Решил записать кратенькое видео о том, как сбросить межсервисный интервал на Audi A6. Обычно при зажигании появляется сообщение. Сервис Дюре. И вот такое сообщение, если зайти в режим Car. Чтобы сбросить межсервисный интервал, нужно обязательно иметь диагностическое оборудование. У меня это ВАКОМ и программка VCDS. Заходим SRI Reset, сервис Reminder Interval. Заходим. Он уже считывает параметры с определенных блоков. Там с 17 блока инструмент. Вот. То же самое, что зайти в 17 блок и попытаться вот эти вот каналы прочитать. Далее выбираем пункт сервис Reset. И нажимаем Perform. Вот, видите, канал второй меняет значение на 0. Все, новое значение сохранено успешно. Done, go back and exit. На табло появилось: данные периодичности технического обслуживания отсутствуют. Это значит о том, что через 500 километров примерно, как пишут, этот показатель обновится. Сейчас попробуем выключить зажигание. Смотрим, что получится здесь. И теперь только ошибка про мои фары. Об этом чуть позже. Я уже приобрел частичный комплект фар. Но это в следующем видео. Все, всем спасибо за внимание. Еще раз повторюсь, то, что без диагностического разъема сервисное обслуживание не сбросить.